Два трупа с огнестрельными ранами обнаружили в селе Высокое 30 ноября. К месту трагедии направились следователи, которым предстояло распутать всю цепочку событий. Как удалось выяснить, тела принадлежали некогда паре – 34-летнему мужчине и 30-летней женщине. Долгое время они встречались и даже жили вместе. По информации газеты «Комсомольская правда», у пары был ребенок. Однако в августе 2020 года по неизвестной причине они разорвали отношения. Мужчину такая ситуация не устроила, и он пытался все вернуть. Неоднократно звонил бывший, пытался контролировать ее круг общения. Сообщается, что мужчина даже говорил, что наложит на себя руки. Все эти угрозы и попытки контроля приводили только к ссорам. В ходе очередной такой ссоры 30 ноября текущего года, поздним вечером, заметив автомобиль женщины у села Высокое Сараевского района, мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего оружия в находящуюся за рулем женщину. От полученных ранений она скончалась на месте. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив из того же оружия. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».